Государственные стипендии первого президента Республики Казахстан вручили в Алматы представителям творческой интеллигенции. Как отметила госсекретарь Гульшара Абдыкаликова, стипендии присуждаются работникам культуры, удостоенным почетных званий и государственных наград, а также молодым творческим работникам, которые внесли свой вклад в создание и развитие культуры Казахстана. Государственные стипендии за прошедший год были отмечены 75 деятелей литературы и искусства. Среди них такие мэтры, как Бибигуль Тулегенова, Владимир Толоконников и другие. Когда ты ездишь за рубеж, и тебя приглашают именно танцевать главные партии, для Казахстана в данный момент мы сейчас находимся на мировом уровне. Поэтому я очень рада, что вообще благодарна нашему президенту, что он построил для нас такой театр «Астана-опера». Я много раз уже общалась с такими артистами, и они всегда удивляются и говорят: «Как у вас в Казахстане хорошо, вас так поддерживают, вас так любят, то есть ваш президент может прийти спокойно к вам на спектакль».